Наша акция «Здоровый город» продолжается. И вот пройти профилактический осмотр. Вот так студенты медицинских учебных заведений призывали горожан пройти профилактический осмотр в поликлиниках по месту жительства. Для этого молодые люди в красных шапках работали в торговых центрах, в ЦОНах, в общественном транспорте и на улицах города. Женщина может пройти осмотр у гинеколога, акушера и эндоскопическую осмотр. И все это бесплатно. Мы всей нашей командой за здоровый город. Акция «Здоровый город» проходит в нашем городе с февраля этого года. Первые итоги медицинские работники уже подвели. По данным Алматинского центра формирования здорового образа жизни, около 37 тысяч алматинцев страдают болезнями системы кровообращения, у 10 тысяч жителей выявили заболевания молочной железы, у 5 тысяч женщин в возрасте от 35 до 60 лет рак шейки матки, симптомы рака толстой и прямой кишки у 24 больных, глаукома у 400 человек и 652 больных сахарным диабетом. Это может быть заболевание пищевода, это может быть заболевание крови, это разные заболевания, то есть это все совокупность заболеваний, да, определены по результатам скрининговых осмотров. Нашим медицинским, то есть работникам тоже легче будет, когда на первых стадиях определяют вот заболевания, да, у человека, и лечению подлежит пока, да, и человеку самому, пациенту тоже легче. Профилактический осмотр, или так называемый скрининг, позволяет выявить ранние стадии сердечно-сосудистых и раковых заболеваний и предупредить такие осложнения, как инсульт, инфаркт или рак печени. По словам представителей Центра формирования ЗОЖ, 100% жителей по разным возрастным группам, подлежащих осмотру, прошли скрининг. По результатам обследования медработники предлагают пройти курсы школы здорового образа жизни и, если необходимо, назначают лечение в больницах города. Амина Абдрахманова, Рашидин Якупов, телеканал «Алматы».